Yeshua.
Привет, смешное! Следующая песня наша называется 41-45. Она посвящается Великой Отечественной войне. Итак, давайте не будем забывать, что для нас сделали наши деды и прадеды. Помянем стариков.
Я слышу. Что там, глухой? В общем, следующая песня, последняя. И она посвящается всем людям-предателям. И тем людям, которые окружают вас и не дают вам достичь своей цели. Будьте всегда несломны и идите вперед. Трек называется «Я убийца». Тебе крылья пририсую ты в огонь. И засыплю я их пылью, обожгу свою ладонь. Разлету руками пепел, расскажу, как ветер пел. Может он и не заметил, кто души такой посмел. Я сожгу твою кровать, подожгу твою ногу, пока ты будешь молчать, пока ты будешь не молчать. Я сожгу твою кровать, подожгу твою ногу. Я порежу тебе руки, вырежу твои глаза, что ты не знаешь, что это нельзя. Я порежу тебе руки, вырежу твои глаза, знаю, так нельзя. Хочешь, я убью тебя, хочешь, кровь свою пущу. Я тебе любезности злости отпущу. Я не сладко, не сумею, я смогу тебя убить. Ты мучаешься, а я сильнею, мы так не будем дальше жить. Я сужу твою кровать, подожгу твою кровью, пока ты будешь плакать, пока ты будешь тихо петь. Я сужу твою кровать, подожгу твою кровью, пока ты будешь сладко спать. Я порежу тебе руки, вырежу твои глаза, чтобы умереть от скуки, знаю, так нельзя. Я порежу тебе руки, вырежу твои глаза, знаю, так нельзя. Я. Я их пылью, а потом свою огонь.